Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Пенумбру. Я опять в нее не играл довольно-таки продолжительное время. Вы сейчас опять, конечно, начнете писать в комментах: да как так, я только что твою серию смотрел вчерашнюю. Дело в том, что я записываю, как правило, пару-тройку часов посижу, сделаю серию 6, и потом занимаюсь несколько дней своими делами, прежде чем, собственно, продолжить играть, потому что не так уж и много времени я этому уделяю. Это все-таки не основное направление деятельности в моей жизни, поэтому не удивляйтесь тому, что я зачастую говорю, сколько дней я не играл. В общем, вот, хотел поделиться с вами таким наблюдением, потому что в комментах вы меня уже, честно говоря, замучили спрашивать одно и то же. Так, нам нужно найти библиотеку, там последний раз видели Говарда, и нам нужно искать выживших и опасаться некого доктора. Понятно. Выходим. Что ж поделаешь, ни пух, ни пера. Заражен. У меня сердце ёкнуло, когда я понял, что тоже инфицирован. Теперь у меня было одной причиной больше, чтобы искать отца. Да и приятный голос Амабель услышать было бы неплохо. Ого! Но я был уверен, что к моменту нашей встречи она уже сойдет с ума. Круто. Если нам избранно предстоит делить нейронное пространство этого мозга, полагаю, надо придумать имя. Странно, получив уникальную возможность поучаствовать в создании собственной номенклатуры, я в полном замешательстве. Ну что, мартышка, есть идеи? Я не мартышка. Ты кого мартышкой назвал? Мартышка? Ой, я только не падаю. Ты хранишь довольно много данных. Кстати, ты знаешь, что в тебе есть целый раздел с названиями фильмов? Ты посмотрел 3101,5 фильм. Больше. Гораздо больше. Послушай, вот ты не досмотрел телохранителя с Хьюстон, и теперь из тебя никогда не узнаю, чем все кончилось. Чё? Кстати, может, Кевин, в каком-то смысле я тоже твой ангел-хранитель. Ну давай, заканчивай уже, пожалуйста. Но как в амнезии начинаются затыки. Так, ну все, ладно, мы оказались в каком-то жутком коридоре. И голоса в моей голове начинают меня раздражать. Так, тут у нас закрыто, там какой-то еще коридор. И слава богу, что закрыто. Тут либо заперто, либо завалено. Тут то же самое. И тут не поддается. Так, опять какие-то, блин, сложно захераченные, извиняюсь, помещения. Где куда ни иди, куда-нибудь ты придешь. Так, что за заметка? Дверь в библиотеку закрыта на замок со сканером ладони и сетчатки. Отлично. Но наша, судя по всему, не подходит. Так, давайте пойдем сначала направо, что ли. Тут у нас машинный зал, библиотека. Хорошо. Блин, жуткие места. Там у нас машинный зал. Тут народ в покер собирался ходить и играть. Арсенал. Да блин, закройся ты по-нормальному. Что ж с тобой не так-то все время? Давайте обыскивать все по порядку. Ничего. Пока вообще не представляю, что тут надо делать. Единственное, знаешь, что мне нужно как-то пройти этот сканер сетчатки. И, собственно, сканер ладони, отпечатков пальцев. Пусто. Пила. Где пила, кому дала? Нравится мне эта ржавая пила. А ты давно делал прививку от столбняка? Там кто-то идет, по-моему, что ли? Ой, да кто-то. Тихо.
Блин, как хорошо, что я дверь закрыла. Хотя, по-моему, им без разницы, они дверь умеют открывать. Блин, теперь я тут не один. Это плохо. Все, ушел, нет? Блять, все там ходит. Опять я, помимо своей воли, матерюсь непроизвольно. Где-то тут сейчас идет за стеной, насколько я слышу. Вот сейчас он тут. И сейчас он скоро подойдет к двери. Ну-ка, вот сейчас он тут будет. Или нет? Блин, ну уходи уже. Это не этого доктора я опасаюсь. Где-то там вот хрен помнишь, как он. Твою мать. У него кирка. А у меня никакого оружия. Блин, да он меня осадил просто. Что мне делать-то? Или их двое даже. Блин, вот бы свет выключите. Валим, 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 валим. Ой, ой, тихо, тихо. Это что это было? Фу. Вот это да! Куда это я зашел, интересно? Твою мать. Это еще что такое? Этих лучей, я так понимаю, лучше не касаться, по аналогии с теми, что были чуть пораньше, в первых сериях. Да, они активируют взрывчатку. Так, и чё, как мне вас... Может, стекло разбить? Нет. Может, блин, что ж ты не встаешь-то по-нормальному. Может быть, вот так. Блин. Блин, блинский. Так-то, я думаю, получится. Только теперь запрыгнуть надо. Так, ну... Ой, чуть не упал. Ну, в принципе, ладно. Мы добрались, это уже хорошо. Так, вроде можно спрыгивать. Вроде все тихо. Хорошо, что мы тут имеем. Это склад какой-то вообще, по-моему. Судя по всему. Сигналка. Почему я все коробки, кроме этой, могу пользоваться? Странно. Так, ну... Смотри-ка сюда. Похоже... О, да. Зрительная зона коры головного мозга мартышек сделана довольно примитивно. Мне бы... О, видишь, похоже на глину. Мне очень не хочется отрывать тебя от сложных логических построений. Так что скажу просто. Ты видишь то, что я заставляю тебя видеть. Ха-ха. Да ты гонишь. Если ты будешь крутиться, ничего не получится. Нельзя заглянуть в рукав к фокуснику. Почему он мне именно на эту коробку указывал? Ну ладно, хрен с ним.
О! Твою мать. Ладно, хоть с этой стороны оказался. Так, тут у нас плита, на которую наступаешь, и она падает, похоже. Или нет? Почему она упала вообще? Или она только от моего веса срабатывает? Ну-ка, давайте понакидаем всякой хрень. По-моему, я все-таки прав в своем предположении, что она на вес срабатывает. Или нет? Хрен поймешь. Что ж такое? Да, точно. Так, отлично. И как мне теперь обойти тебя? Она ведь тяжелая и намертво заварена. Эй, ты что на меня катишься? Так, как мне теперь тебя обойти? Вот другой вопрос. Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Так. Вот так вот. Да блин, что ж с тобой не так-то все время? Так. Сюда. Сюда. И сюда. Хорошо. Я не знаю, конечно, как я обратно буду возвращаться, если что. Но, в принципе, тут ящики какие-то есть, так что... ладно, я думаю, нормально. Так, что мы тут имеем? Тут еще одни лучи у нас. Лучи ненависти. Ящик. О, большой ящик. Еще ящик. Сейфпоинт. Бумажка. Доктор Ричард Теминис, которого надо опасаться. Теория эффектов управляемой инфекции. Отчет запрошен наблюдателем Фриском от имени возвышенных. Что касается записи, я не вижу смысла записывать эту информацию на столь ранней стадии исследования. Однако, если предположить, что вирус может как-то заразить разносчика без полного подчинения себе его высшей мозговой деятельности, то мы могли бы наблюдать следующее. Факт. Переводчик Лафреск в своих тщетных попытках предотвратить распространение вируса точно предсказал, что вирус может управлять двигательно-нервной деятельностью разносчика и при этом обладает скверным характером, как мы могли заметить. Гипотеза. Если бы вирус удалось взять под контроль и поддерживать его жизнь, мы могли бы обнаружить, что а. Вирус стремится сохранить разносчику жизнь, самоубийство было бы против правил, и б. Вирус подчиняет себе некоторые или все сенсорные способности, сенсорные, сенсорные, что лишь упрощает поддержание жизни разносчика. Факт. При поражении разносчика вирус адаптируется к его мозговой деятельности так, что разносчик мог как можно лучше служить целям вируса. Гипотеза. Если бы вирус не мог захватывать контроль, это могло бы привести к частичному разделению личности разносчика и превратить часть его сознания во вторую сторону личности. Мы заметили. Факт. Вирус Торгнайт был выпущен, согласно Лафреску, из гробницы многовековой давности. Гипотеза. Если бы проявились некоторые раздвоения личности, было бы возможно утверждать, что каждая личность и вирус и разносчик могут читать воспоминания друг друга. Мы уже это заметили по фильму «Телохранитель». Судя по возрасту вируса, это могла бы быть некая субстанция. Следует особо отметить, что почти все вышесказанное является лишь предположением, на которые не стоит ссылаться в отчетах для древних. Понятно? Я не ты. Я часть чего-то большего. Нас нет. Это просто какая-то ошибка. Я должен присоединиться к ним. Отпусти меня. Дай мне уйти. Это неправильно. Я хочу к ним. Я — это они. Нет никакого я. Впрочем, это не первый раз. Еще кто-то был заражен. Рыжий. Он так хотел умереть, но мы ему не дали. Он сказал, заболевание? Короче говоря, какого хрена происходит?
Понятно, что ученые вообще нифига не понимают, собственно, в природе этого вируса и в его симптоматике. Но, тем не менее, с умными лицами пытаются что-то друг другу рассказывать. Кроме того, очевидно, что мы заражены, и нам что-то с этим надо делать, потому что он, честно говоря, уже задолбал меня управлять моим зрением. То сюда повернет, то сюда. Что такое? Как так можно? Так, ну и... А, блин, я не могу запрыгнуть, надо маленький ящик сюда подтолкнуть. Или вот так вот. Так. Чё ты мешаешься? Вот, хорошо. Я потолок не задену при прыжке. Не хотелось бы взорваться. Ой! Хорошо. Так, добрый день. Его лицо... Ой, меня сейчас вырвет. Противогаз. Берем. Да блин, что ж такое? Противогаз. Блин, я слышу паука. Ух ты! Там какой-то рычаг, но я погодю его нажимать. Где у нас пауки тут? Ладно, давайте дернем рычаг, посмотрим, что произойдет. И что произошло? А, вот, хорошо. Так, теперь нам нужно, видимо, возвращаться назад, потому что других тут выходов я не вижу. Так, больше ничего нет? Вот ничего. Блин, опять пауки где-то бегают, а? Давайте сохранимся. Отлично. Никого не видать, но давайте будем осторожными. Хорошо. Опа. Опа. Ой, чё происходит? В жизни не видывал ничего смешнее. Впрочем, я пока не так долго живу. Какой отвратительный этот парень. Он, похоже, разыгрывает нас, балуясь нашим сознанием. Так что этот паук, скорее всего, был не настоящий. Это плохо. Я слышу еще одного. Надеюсь, они так и будут не настоящие, не смогут меня убить. Ну да ладно. Выходим. Короче говоря, у нас есть... что это такое, странный артефакт? Я не помню, где я его взял, но где-то взял. У нас есть противогаз. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Разбираться, для чего нам нужен противогаз, это пила и все остальное. Будем следующий. А с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.